Хорошо. Ну как кучнее. Ну скажи ты нам, пожалуйста, дорогой. Ну надежно еще. Хорошее скажи. Даже не стоит. Ладно, видите, победы пошли. Девушка. Думаю, вылезем. Вроде игра наладилась. Вот надо, надо было, игра пошла во втором тайме, начали ее удольнее. От меня забили пол. Игра как раз пошла хорошо. До конца. Счет большой, надо будет еще раз давать. Почему не радуешь? Тогда уже тренерского собрать. Нарушать нельзя. Если мы все понесемся, можно и поплатить. Да, а вот давайте за счет чего удалось резко прибавить во втором тайме? И может где-то соперник резко взял. Что-то борьбы не было. Да, не знаю. Пусть в первом тайме тренер зашел в раздевалку, поговорил с нами на повышенных тонах. Наверное, мы как бы зарядились эмоционально и уже во втором тайме начали биться. В первом тайме, я думаю, ну, может, вы тогда с нами будете встречаться перед матчем, мы тоже можем, умеем на повышенных тонах разговаривать. Особенно, когда в зоне вылетит. А первый тайм все равно. Что-то да, что-то первый тайм, не знаю, что-то болит, согласен, варьяжно выходим, что-то. Движение было, прибавить, и игра пошла. Уверенность. Денис, а установка на игру какая была? Ну, в смысле, от тренера. Установка на игру, выиграть. По смыслу, чисто тактически. Сначала пободаться в первом тайме, потом во втором задавить, или как? Да нет, так такового, как бы, прям, чтобы именно в первом тайме... В смысле, как получится, как пойдет игра, так? Пойдет, да. Конечно, просто сказали, надо выиграть, все. А пенальти там было или нет, с твоей точки зрения? Да, было. Было, да? А вот в первом тайме в их штрафную, когда Попов... В их штрафную не было, я не знаю, я далеко находился от этого момента. Мне показалось, что было тоже. Было, то же самое. Да, да. Такая всегда. То же самое было. А Попов, у него травмы совсем нет? Когда да не, вроде нормально. Ну, человек устал, он сразу пришел, начал забивать. Да. Считайте, что это он один там. А с Бородиным не удалось пообщаться? Ну так, просто поздоровались. Да, там есть, я так не слишком с ним знаком, а там ребята Бабаев, кто знаком, они общались. У Боварова травма? Да, не знаю. Вот, я не думаю, что травма. Из тактических соображений. Денис, а какие планы на следующий сезон? Остаешься? А, лично мне? Да. Да не знаю пока еще там как. Ну, ты хочешь такие вопросы? Смотря какие задачи будут перед А контракт до конца сезона, да? Да, у меня все кончается, контракт сейчас. Не предлагали? А? Не предлагали? Поступали предложения, пока как бы до конкретики не доходило, потому что еще неизвестно, как, что там команда останется, не останется. То есть конкретно еще не разговаривали насчет этого. Денис, да, он контакт. Да, конечно, да. Очень хороший тренер, профессионал. Просто выходишь на тренировку, прям радуешься. Не то, что был предыдущий тренер совета. Это небо и земля. Зимой валик. Денис, какой больше продолжение? Четвертый или двадцать? Не самому. Ну там мне почти, в принципе, все равно. Меняешь ты какие соображения? Ну вот, мне 26-й дали, мы там три игры подряд выиграли. Тогда в этом Брянске дали, потом Звезду выиграли и два раза. Потом проиграли опять 4-й. А все равно где комфортнее играть? Защитник. В команде какой настроение? Есть желание побить? Конечно. В команде сейчас атмосфера очень благоприятная. Я думаю, мы до 100% останемся. Денис, а за счет чего на выезде за счет чего улучшим игру? Потому что раньше безобразно, что при Ярсе, что при Сабите, там, ну, практически ноль был на выезде показатель. Что Дайв такое сделал, что на выезде мы научились так, больше держать удар? Внимание обороне, новые люди во втором круге появились. Как, да и настрой другой, нас постоянно тренер там заводит.
Ты сейчас и рисунок придашь. Да, да. Да. Нет, все, сейчас, все, все, все благодаря тренеру. Видишь, тренер заходит. Конечно, конечно. Когда тренер не уверен. Желание. Командное желание. Да. Не индивидуально, а именно команда. Желание ваше спасенность. Мы всегда с каждым разговариваем. Верит во всех абсолютно. Денис, скажи, пожалуйста, вот время, начало матча для вас принципиально, для футболистов? Вот нам просто говорят, то, что вот вы начали выигрывать, когда начинаете играть в 18:30. Вот, а вот в 7 часов вам, вот вообще для вас это вот принципиально? Для меня лично все равно. Че, крич 18:37. Не, ну, в пятницу народ будет подтягивать к второму тайму. Просто не успеем. Что я хотел спросить? А почему 18:30 же игра, да? Да. Денис, а бывший партнер, вот и Фрах, там, Жами, эти где они вообще, эти товарищи? Не вообще, вы их там видите? Не, так вообще. У них травма. Травма? Нет, какие травмы? То есть забыли про них? Ну нет, про ведомство. Не наши, да? Где-то приходилось помучиться с ними, мне кажется. На разных языках там какой-то там. Спасибо.